Классика в основе всего – лыжные гонки в парке спорта, культуры и отдыха – привычное дело. В этот раз на старт вышли студенты МГИМО и старшеклассники городских школ, чтобы узнать, кто является лидером в этом виде спорта. Молодежь – это наше будущее, это наш кадровый резерв. Молодежь – это то, на кого мы возлагаем наши надежды. Стало доброй традицией студенческий праздник встречать по-спортивному. В кампусе МГИМО популяризации здорового образа жизни уделяется особое внимание. Тот объем знаний, которые студенты должны получать за парты, он требует хорошего здоровья, он требует выдержки, он требует выносливости. И вот все это тренирует спорт. Старт гонкам дала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Депутат Московской областной думы лично проверила трассу и осталась довольна ее качеством. Сегодня мы выиграли все, потому что это соревнование становится уже такой хорошей, надежной традицией, ежегодной. Поэтому очень хочется, чтобы она продолжалась и в дальнейшем. Среди тех, кто вышел на старт, есть и новички. Им предстояло в первую очередь побороть себя и доказать, что они смогут пройти дистанцию. Спорт для меня занимает первое место, так как поддерживает свой физический организм, здоровье помогаешь. На лыжах стою с 4 лет. Ну, согласился сразу, естественно. Праздник. Можно прокатиться 5 километров все-таки. Горячий чай и каша – все, что нужно, чтобы быстро восстановиться после прохождения трассы. День студента как символ активной и прогрессивной молодежи Одинцовского района. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».